слово «нихао» и знаю, что это «здравствуйте», но забыла, на каком языке. Думала, что на японском, залезла в японский словарь, нет. Потом до меня дошло, что «нихао», 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 «нихао» — это по-китайски. Так. Почему я метаруюсь на разных языках? Мне нравится. Hello. Не очень это триггерно. Привет. Добрый вечер. Люблю тебя. Для всех, говорю, кто зашел на мой канал впервые. Это ASMR-канал. И в том случае я по экрану. И говорю шепотом, потому что это ASMR-канал. Я надеюсь, вам передалось на отличное настроение. Так, надо чуть-чуть угомониться, да? О, я сегодня вот в таком виде, вот это моя прическа, мокрые волосы. Я только из душа вышла, за лицом поухаживала. Ты не поверишь. Вот, смотри, сколько здесь он... Как подходит, да, подсветываться, да? А у меня вот таких палантинов штук 10. С Таиланда Кристинка тоже мне привозила. Куда их применить, не знаю. Такую красоту лежат. Буду вот так вот стелить, наверное, на фон. Напиши, понравилось тебе. Так цвет нравится, супер. Вот этот аромат такого цвета. У него и флакон такого цвета. Красота. Давай еще. Это такая, знаешь, поливашка. Лицо намазала кремом, ничего не охота. Такая свежесть на улице, такая свежесть вот от этого вот. Сок зеленого апельсинчика. Что просто захотелось сесть и покраситься с тобой без всяких укладок и фенов, да. Наслаждаться свежестью. Так, короче, все приступим. Чего у тебя тут? Покажи мне личико свое. Все в порядке? Самую красивую, любовь моя. Люблю тебя, маленькая моя. Обнимемся? Давай. Я тебе еще кофе предлагаю. Будешь кофечек? Черный. И здесь сироп. Классный. Карамельно-ванильный. Тебя. Так, все, будем краситься. Сегодня я хочу тоник, знаешь, какую сделать? Хочу буррито. Вот этот буррито. Эпикрем. Там что-то, наверное, уже мало осталось. В огне в этом. Он у меня в 21-м тоне. 21-м. Многим девочкам она понравилась. Говорят, купили тоже такой суперский тон. Но мне кажется, 21-го сейчас для меня светловато. Я загорела, по-моему, на даче. Еще буду закрывать. Но у меня есть вот такой вот внутрипробник, да? Вот такой. Это мне дали в подарок за какую-то покупку. Я
Так слово это понравилось. И пушка-бомба тоже. Пушка-бомба, 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 пушка-бомба. Ты моя пушка-бомба, ты моя красавица. Пусть у тебя будет хорошее настроение. Пусть все у тебя будет хорошо. Поняла. Да. Я тебя очень люблю. Много с тобой разговариваю. Если тебе грустно, одиноко, приходи, приходи всегда. И знай, что ты не одна, что я с тобой. Поняла? Я люблю тебя. Ты не одинока. Моя сладенькая девочка, хорошая красавица. Давай, давай. Расслабляйся. Короче, давай с тобой. Я взяла блюдечко, смотри. Кофейное блюдце. Супер. Супер макияж. Делать буду такой впервые. Увидела на одной очень знаменитой женщине. Короче, не буду говорить, чтобы ты меня не обсмеяла. И, короче, мне так понравился такой макияж. Классно глаза, просто и очень выразительно. Там идет лицо и красные губы. А глаза классно, очень просто. Просто стрелки такой. Ну, короче, давай начнем. Сейчас начнем. У меня все сегодня хорошо. Целая серия же в армии. Вот этот вот он вышел первый. Вот этот оранжевый. Это не можно вот так. Я полила. Поливаю с ног до головы. Супер. Да? Свежачок такой супер. Кто-то говорит, что это мужской для меня. Ну, типа больше мужской. Но он позиционируется как унисекс. Для меня это унисекс. Все у тебя было хорошо. Много денег тебе желаю. Поняла? Да. Чтобы ты могла себе все позволить. И чтобы все твои мечты сбылись. Давай, люблю тебя. Сделаем три глоточка, да? А чуть-чуть на сладенький. Какой красивый цвет у вас есть. Не надо, а то я запросто могу. Так, давай, развлекайся, получай удовольствие. Я даже не против, чтобы ты надо мной поржала, лишь бы тебе было хорошо. Поняла? Может, челку подстригал? Нет. Ладно. Я не издеваюсь, я просто люблю тебя.
Ну, сейчас мы сделаем разные две капли. Ну, вот все отсюда выжму. Из 20 мл вода будет там. Душечки такие острые, тебе бровки классно подстригло. Тебе очень красивые бровки. Так, посмотрим, сколько вот тут. Ну-ка. Боже, что-то мало, что ли, какого цвета. Вообще мне сказать, моя курочка красивая. Не хочешь быть курочкой? Я хочу. Курочки такие хорошенькие. Слушай, мне кажется, что вот этого количества, мне кажется, на все лицо хватит. Ну-ка. Сейчас я посмотрю. Вот тут. Ну, тут. Блин, намазала там, где не видно. Вот здесь вот на руке он у меня прям как моя рука. Может, не надо ничем расставлять. Давай я для сравнения поболтала его. Мне почему-то казалось, что он жидкий. Вот 27 тон бурито. Вот 21. Он какой-то сероватый. Это такой желтоватый цвет азокарда. Вообще мне этот BB-крем очень понравился. Стоит у нас вот это 30 мл. Он идет, он не 50, как обычно. У корейцев бывает у них и 50. Но 5000 тенге стоит 1000 рублей. Ой, нет, меньше. Сейчас у нас 8 рублей стоит 1 тенге. Это значит 5000 делим на 8. Ну, меньше, чем 1000 тенге. Супер. И понимаешь, вот этот 21, он кажется серый. Ну-ка, давай. Светлее. Хотя все размажется. Так, ну-ка. Что я делаю? Вот смотри. Вот Ваучка, это мне кто-то укусил до сих пор на даче. Вот видишь. Он кажется вот такой, смотри, сероватый. Он подстраивается супер. Вот. Все смазала. Это не то, что я его размазала. Нет, нет. Он тут есть. Этот намажу 27 и себе тоже заодно. Вот здесь давай тут. Вот так он кажется, видишь, желтый. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот этот какой-то сероватый, этот желтоватый. Ну, супер смотрится. Так, нет, давай попробуем его в чистом виде. А чуть-чуть этого добавили. Красотки, ты у меня тоже вся в пятнышку. Короче, мне кажется, для закара 27 прям само то. Так, это мне какой-то кадр укусил, когда я малину собирала. Так, ну-ка, сейчас покрытие посмотрим. А то, может, ты думаешь, что тут вообще в ноль? Нет. Такое покрытие среднее, ну, такой укус. Замаскировать, я не знаю, что. Короче, хочу. Вот этот светловат. Вот так видно. Где ж 21? Так, моя сладкая, мне жарко стало. Потому что я слишком эмоциональная, да? У меня прям фонтан энергии. Фонтан. Отдаю тебе всю энергию. Лишнюю. Бери, если надо. Надо? Давай. Но, вот так. Люби себя. Надейся на Бога. Но сам не плашай, поняла? Ну, если в Бога не веришь, а то у тебя, наверное, какие-то свои есть представления Вселенной, да? Кому же даже ты молишься? Напишите мне, кто атеисты. Может, вы верите? Комментарий. Не верю ни во что. Если не верю ни во что, напишите, тогда верите в то, что
по теории Дарвина человек произошел от обезьяны. Ну, напишите, кто верит. И что с вами будет после смерти? Супер, да, вопрос классный для хорошего настроения. Мои сладкие. Так, это я вот чуть-чуть светло размазала, но тут его не видно на лице. У меня тут полотенчик и... Ох, я же кремом мажусь. Вот так у меня лицо, вот так вот, да. Так, давай-ка тебе вот этот нанесем, и мне и будем распределять. Ну-ка, давай я тебя пальчиками буду распределять. Давай. Давай. Тук-тук-тук-тук-тук. Пипи-крем только пальчиками я люблю. Не знаю, кто как любит это все. Давай, лобик-лобик, глазки закрывай. Закрывай. Закрывай глазки. Носик. Ничего будет. Смотри, у меня чего, смотри, какой он желтый, да? Ну-ка вот посмотрим сейчас, Пурита, как ты подстроишься под цвет моей кожи. У меня это лицо тоже загорело. Я вот в прошлые выходные вот на даче я конкретно загорела. Мазилками типа пантенола, потому что у меня поясница так сгорела. Я спать теперь, ну как могу, но больно очень. Каждый раз просыпаюсь, но я хотела же закурить. Хотела. Чего хотела, того и добилась. Подожди, поправлю все тут. Угу. Так, моя красотка. Сейчас. О, смотри, ну, где он темный. Я тут чернее. Он даже желтоватый. Ну-ка, сейчас я зеркало возьму. И представляешь, сколько у меня еще осталось. Тут, я не знаю, тут, по-моему, даже 1 миллилитра не было. Где он? Я не помню, бросила. Может, еще слой делать. Жалко выкидывать добро. Угу. Вот, Пурита. 27 тон. Это с учетом того, что я до этого пользовалась 21 в мае. Тоже подходит. Так, снимай зеркало, 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 зеркало. Так, пей кофечка, отдыхай. Как он красиво на лице лежит вообще. Очень мне нравится. На зеркало. Посмотри, бровки красивые тебе все. Посмотрела? Красиво. Мой сладкий. А вот губы. Угу. Я не люблю на губы мазать никакой крем. Мне нравится. Так. Волосы я намазала гелем для укладки белорусским. Я тебе уже говорила, я себе средства для укладки заказала на 5000 тенге. Для укладки объем. Потом такой типа спрей для прикорневого объема. Супер, вчера пробовала. И лак. 3 средства за 5000 тенге. Белорусы молодцы, фирма Белита. Потом покажу. Если надо, напиши, я покажу. Но я забираю, снимай покупочки. Закрой глазки, я тебе покажу. Вот моя кукла. Долго. Давай, это видео для того, чтобы ты расслабилась, поболтала со мной, успокоилась, получила удовольствие.
да? Угу. Ну, просто от жары устаешь. Да хорошо, у кого есть кондиционер. Есть люди, у которых нет кондиционеров. Угу. Ну, видишь, натуральный тон, светлее, чем мое тело даже. Вот столько еще осталось. Давай тебе добавлю чуть-чуть, давай. Ну-ка, давай, давай, давай. Закрой глазки, красиво будет. Сейчас посмотрим, как он при наслаивании. Давай. Закрой глазочки, носик, носик, давай. Давай, щечки. Вот так. Ну-ка, вот так. Подними еще и чуть-чуть. Все, сиди, отдыхай. Сейчас, Оксана, тебе сделаю это. Говорю о себе. В каком-то неправильном этом, да. От третьего лица, или от какого-то, говорят о себе, когда говоришь, как о чужом человеке. Напиши. Все, пиши. Он прекрасно наслаивается. Это если надо поплотнее, я это делаю, потому что мне жалко его выкидывать. И эксперименты опять же. А вот 50 плюс кожа. Или 70 плюс. Я забыла, мне же уже 70 плюс. И красивый. Не знаю, может, мне такой не пойдет. Женщина, на которой я его видела, она взрослая уже сейчас. Но она худая, у нее прям худое лицо. Посмотрим. Ну, конечно же, и глаза другие. Все, посмотрим. Попробуем. Это женщина-актриса. Это не блогер. Выискивать, кто такие макияжи делает. Вот, смотри. Ну как? Супер. Прям на таче загорела и такая свеженькая, да? Да. Супер. На руках что мазала? Надо убрать ножницы вот отсюда, отсюда. Так, давай, притяжимай руки. Давай, шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Господи, мне-то что, у меня нечего стричь, не а? Я почипала вот здесь, когда вырастает, вот несколько лосков и все. Так, и все. Это называется перещипала брови. Давай чуть-чуть карандашиком, давай чуть-чуть. Давай лореалькой, лореалькой. Давай, чуть несколько копытов лосочков, вот тебе сделают. Моя ты красота. Отдыхай, давай, отдыхай. Отдыхай, расслабляйся. Ну так, наверное, рисуйте у кого они есть. А я не знаю, как. А я так щук-щук-щук. Ну-ка, давай попробуем полегче сегодня, попробуем. Ну тут совсем их не видно, да? А может быть, так и хорошо. Короче, сегодня у меня сплошные эксперименты.
этими, с глазами. Супер. Новые брови. Чуть-чуть подкрасила и пошла. Так. А то девочки пишут мне: Оксана, не рисуйте такие брови. Надо полегче рисовать. Ой, девочки. Ну вот, полегче. Как свои, да? Да. Дальше. Теперь главное вторую так же сделать, чтобы она была похожа на первую. Сейчас моя хорошая. Брови у меня на лице — это самое сложное, что можно сделать, что мне нужно делать. Вот Бог не наградил. У меня их волосатых бровей не было. Такие. Так, 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 сейчас. Я не хочу маркерами рисовать, они еще так волоски, мне так не нравится. Мне надо или сплошняком, или как вот так вот. Чуть-чуть растушеванная, да? Ну-ка, сейчас еще. Господи, у меня балкон тут. То идет, то не идет, все нашел. Ну что, одинаково не получается, ну ладно. Пофиг. Так, так, так. Так, давай. Так. Это вообще здорово. Нужно как-то красить, типа, всяких этих больше макияжей. Ой. Ой, господи, я не удивляюсь, что кто-то может подумать, что у меня что-то не в порядке. Так, лицо. Не кончится. Вряд ли она кончится очень быстро. Я скорее ее выкину, наверное, или другой куплю. Но не вышиб в этом смысла, она мне не надоела. Так, сейчас. Здесь много всего. Бронзер. Давай. Чуть-чуть.
Вот так, поняла? Давай. Давай, щу. Делай так. Делай твою щечку. Всю кверху. Скула выше, чем впадина. Я люблю. Твою височку чуть-чуть он просто волос. Угу. И вот тут чуть-чуть. Давай, подними головку. Подними. Молодец. Вот так я делаю. Выше вот этой. Чуть-чуть. Он как румяна. Давай, 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 вот так. Так, 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 так. Супер. Раз. Такое лицо оживает, да? Все. Так, румяна. Румяна. Давай. Улыбнись. Давай. Это же кисточка твоя. Такие розовые. Улыбнись. Вот так. Супер. Че, нам темный тональный крем, да? Давай щечки сравняем. Давай вот так все вместе сравняем. Подними головку. Давай. И вот сюда, и вот сюда. Красота ты моя. Отдыхаешь. Отдыхай. Тоже смотри, сегодня легкие, да, брови? Ох, давай кофечку выпьем, моя сладкая. Что-то я устала. Чуть-чуть. Люблю тебя, давай за нас. За нас пусть все у нас будет хорошо. Пусть у тебя будет всегда хорошее настроение. Как бы там ни было, не грусти. Хорошо, у меня пудра матовая, если закругласки. Закругласки, тук-тук-тук. Я Оксана, закругласки, закругласки, тук-тук-тук. Приятненько. Пахнет фиалочкой. Как тебе, Эрми? Такой в базе чуть-чуть, как бы мужской, да, выходит? Это не мужской, не женский аромат. Это
свежести и чистоты, но чистота. Давай. Давай. Тут такая чистота, это не чистота белых рубашек, а это такая природная, как бы, свежесть, вот как я скажу. Его можно вот так поливаться. Это поливашка. У меня твиль же есть еще, Эрмин, там 30 миллилитров, там больше половины уже нет, он вот такой. Но твиль, он более стойкий чуть-чуть. Вот этот вообще, сколько я вот тут с тобой сижу, 40 минут, я уже от себя не чувствую. Я не думаю, что тут шлейф есть или что-то такое. Но ты потом скажу, что я чувствую. Тут такое, понимаешь, вот такой яркий, такой старт. И такая свежалка, его в сумочку бросила вот так. И все, это только если ты не хочешь сладости, там чего-то женственности нет. Тут это нет. Тут чисто природная свежесть цитруса. Зелень такая, цитрус. И для меня такая, знаешь, мята с лимончиком в базе. Просто супер. Давай дальше. Пудрочка, да. Надо напудриться. Полностью личико. Давай, щечки. Давай. Подними головку. Ну-ка, давай на ключице. Красота моя. Тут у меня эти колонки. Ну ладно. Эти колонки же как ароматная вода. Да, вот это термия, это классическая. Пишу, что это так классический одеколон. И вот этот, который вот зеленый апельсин, говорят, что он у них первый вышел из вот этой серии одеколон. Это такой классический. Многие говорят, что он мужской, для меня нет. Это вот истинный унисекс, девочки. Кто знает его, пишите. Они дешевые, конечно. Я вот на эту цену посмотрела, у нас 50 миллилитров. 50 тысяч или 55 тысяч деньги стоит. Дорого. Больше 100 долларов, намного. 50 миллилитров. Я не знаю, почему оно такое дорогое. Да, оно дорогое, да. Твиль тоже 30 миллилитров. Ну, что-то дорогое было, не помню. Я не помню, мне дали, я не помню. Он мне дарил всегда флаконы духов. Я сказала, сейчас мне столько не надо. Раз в год надо. Потому что мне очень приятно, когда мой супруг дарит мне духи. Это просто восхитительно. Это так классно. Пакет цветов и просто флакон духов в коробочке. Это такой романтик, мне кажется, супер. У меня эти ощущения все в памяти, когда вот он мне дарил духи, дарит духи, как я открываю эту коробку, он со мной сидит, брызгаем этот аромат, нюхаем, супер, люблю своего мужа, обожаю, очень люблю своего мужа, напиши, ты любишь своего мужа, если он у тебя есть, я думаю, что да, если ты с ним живешь, да, вот, сравни, вот, смотри, без пудры. Это с пудрой. Метеориты от Герлена не работают. Они вот такой лоск дают лицу, да. Это не жирный блеск. В общем, духи это такая почему-то моя какая-то такая тема. Я не знаю, почему я так люблю духи. Но я люблю не до ума поморочить. И мне не надо постоянно что-то новое. Но что-то новое, как
как-то вот у меня появляется иногда, и мне так приятно. А если не появляется, я наслаждаюсь тем, что есть, вот и все. Да. И вот сегодня я пойду только с собакой гулять. У меня сегодня никаких планов нет, куда-то ехать или нет. Я видела, как ты ходишь сюда. Потому что вот сижу прям, не, вроде не пахнет, не пахнет. Потом раз, такой лимончик с мятой, понимаешь? Я не знаю, как это объяснить. Не мохито не пахнет, нет. А очень-очень живой такой, как будто вот лимон, только ми, и рядом мяту листки натерли. Супер, вместе вот это. Очень красиво. Так, все, пока. Давай тебе еще раз. О, у меня шарики полетели, подожди. Вот, уже лицо сделала, пошел, губки накрасил, да? Сделаем чуть-чуть глазки, да? Угу. Я прям профессионально совсем свои смотрюсь. Гуще. Это я колдую, так, мечтаю. Хотя ничего, это ничего для меня не важно, честно, абсолютно. А это такая ерунда, отсутствие практическое бровей, все это можно нарисовать. Девочки, татуаж я не хочу, не предлагайте. Так. Маград. Так, давай, Шанелька. Я вчера кисточку помыла. Кисточка натуральная. Она здесь вот шла. Шик-шик-шик-шик-шик. Она здесь шла вместе. Вот коробочки. Это коса точно. Я ее вчера мыла. Чувствуется? Давай. Вот так. Все. Ну что, мы сладенько красим глазки. Я вот думаю, с чего там начать. Наверное, со стрелки. Там должна быть стрелка. И стрелка будет у нас. Вот карандаши кармани. Ой. Небольшую сейчас. Это я пытаюсь сделать макияж. А я его не делала без тебя, честно. Посветится, как елочная игрушка. Не делала, не пробовала. Хотела с тобой попробовать. Просто вот тут должен ресничный край быть хорошо прорисован.
И полное стекло. Я сейчас тебе покажу. Сначала стрелочка. Вот так. Поняла? Посмотри у себя. Вот такая аккуратненькая. Это такой классный макияж, если он у меня сейчас получится, не знаю, очень красивый. Он такой естественный, вот как мне пишут: макияж, возьми макияж, вот сейчас будет. Конечно, так раз ноготком. Даже если у тебя маленькие ноготки, раз и все. Тут надо хорошо прорисовать ресничный край. Вот как бы откуда реснички растут. Угу. Вот так. Вот этот подержи, вот этот вверх смотри, вот так. Угу. Вот смотри, себе делаю. Тут прорисовываем слизистый ресничный край снизу. Так, что тут у меня? Ну-ка. Так, видно тебе. Прям хорошо прорисовываем. И вот сюда можно, вот видишь, он отпечатывается Армани, он такой, ну, ты поняла, он не фиксируется, вот как мы были, так соединили. И вверху. Сейчас. Видишь? Вот так. Аккуратненько. Чтобы тебе в глаз не заехать, аккуратненько надо делать. А тебе я точно не заеду. Все. Так тут пока. Это что касается карандашей, да? Угу. Мало мне этого Армани, нет в нем такой вот. Вот так вот я сделаю. Чуть-чуть. Яркости такой в нем нет. Так вот ярче, да, видишь, он какой. Моё ты милая. Пей кофе, отдыхай. Сейчас. Простой макияж, да? Как всегда, сейчас больше часа. Но я много разговариваю уже с тобой. Да. Да. Так. Так вот отсоединяем все в уголочек, чик-чик-чик. Так, чик-чик-чик.
надо ей пользоваться. Она такая тяжелая, что ли, что-то у меня к ней как-то не то, что душа не лежит. Как-то я ее не достаю. Да я салфетку и все, что-то зеркало. Этим оттенком. Это можно делать любым. Можно серым, можно розовым, можно коричневым. Ну-ка, давай, закрой-ка глазик. Просто уголок чуть-чуть его растушевать наверх. Да. Ну-ка. Закрой-ка глазик. Это не сильно, это должно быть как дымка. Чуть-чуть. Я не знаю, как это правильно сделать, если честно. Но сейчас посмотрим. И оно не должно как бы соединяться ни со стрелкой. Так просто вверху выше складки. Так. И не да, вот сюда в угол не надо заводить. Это вот здесь должно быть. Я думаю, что вот такие простые, как бы макияжи, они самые сложные. Видишь, чуть-чуть тень. Как будто такая тень. Такая, как будто чуть-чуть тень. Ну-ка, еще чуть-чуть вот. Есть. На подвижное веко вообще не завожу. И потом вот так просто чуть-чуть растушевать. Чуть-чуть. Пигмакрат, конечно, это такие тени пигментированные. Чуть-чуть вроде кисточкой залез и на два глаза растянул. Вот, красиво. Вот так должно быть. Должно быть с открытыми глазами. Видно вот это вот. Вот так чуть-чуть тень. Поняла. Это я сегодня делаю такой розово-коричневый, потому что здесь нет холодного серого. Я хотела что-то такое сделать. Ну ладно. Будем такой тренироваться макияж. И карандаш можно черный, тут можно варьировать. А вот на это веко подвижное. Тут как раз таки есть вот этот вот оттенок. Так делается. Давай. И она очень естественно пальчиком. Закрывай глазик. Чуть-чуть. Прямо она такой, как сияющая. Такой. Супер. Ну-ка, давай закрывай второй век. Глазик. Закрой-ка я тебе. Подправлю чуть-чуть вот этот розовый. Тень. Все. Вот так. Оно должно вот сюда вот. Чик-чик. Чик-чик. Сейчас карандаш еще выпал.
не такое, чтобы прямо оно в космос сияло. Вот такое вот. Тут уже слишком, по-моему, это, не знаю, слишком. Ну ладно, пойдет. Короче, все замазюкало, ничего не понятно. Не грех убраться, да, когда такая погода? Потому что в 40 жару я вообще не знаю, как можно что-то делать. Ну а что делать? У меня так контёр, я все делаю, что мне надо. А вот так вот, если нет людей, пипец, я знаю таких людей, которые так жутко могут делать людей. Так, это заготовка, смотри. Опять беру вот этот, ну, который мы делали, да? Просто чуть-чуть вот так. Мне кажется, даже его, ее надо вот так прямо делать. Больше. И вот так не повторять диски. Вот так. Макияж без макияжа. Сильно я залезла светлым тоном. Чуть-чуть. Вместе вот так. Ну-ка, закрой глазки. Второй давай. Молодец. И карандаш поправим. Не похоже на меня, да? Так. Ну, там, конечно, красят такие профессионалы, что я, естественно, такое повторить не могу. Но принцип вот такой. Ну и лица у нас у всех разные. Мне кажется, там чуть-чуть была проработана еще нижняя века. Вот такую кисточку возьму, смотри, какая там такая твердюкая. И давай вот этим вот чуть-чуть вот так пройдемся вот тут. Давай. Давай вверх смотри. Моя хорошая, вверх смотри. Да. Вот даже потемнее можно что-то такое сделать. Сейчас посмотрим. Палетки. Чуть-чуть. Ну-ка, давай. Темно-коричневым так лучше смотрится, да? Ну-ка, давай второй глазик вверх. Супер. И опять же вот здесь, чтобы не было четких линий. Так, раз. Всё.
реснички. Красиво. Не хватает. Блин, я уже вот туда залезла, по-моему, на карандаш. Непослушные ресницы у меня лезут навека. Так. Смотри, какая красота. Можно так и оставить. Хочешь сходить белыми ресницами? Не так поймут-то. А нам плевать, как нас поймут. Главное, чтобы нам нравилось. Но я бы с белыми тоже не пошла. На Новый год. Сделаем себе костюмы снежинок. Давай. На Новый год. Накрасим белые реснички. И будем снежинками. В детском саду я всегда была снежинкой. Ты ходила в детский сад? Расскажи, ты ходила в детский сад? Напиши. Раньше же все девочки были снежинки, а мальчики зайки, да? И в какие годы, боже, кто там так гудит? Пылесос у кого-то так гудит. Я с улицы слышу. А раньше в Советском Союзе я ходила в детский сад, да. Дочка моя не ходила, нет. А я ходила в детский сад. И всю жизнь девочки были снежинки, а мальчики зайки. Я это помню. Ты помнишь свое детство? Напиши. У тебя есть какие-то яркие воспоминания из детства? У меня есть немного, но есть. Я не могу сказать, что я помню все, нет. Но кусками, какими-то картинками, да. Ага. Я никогда не пытаюсь вспомнить что-то. Оно как-то само. Как меня этот звук что-то раздражать начинает. Такое далекое какое-то гудение. Типа пылесоса какого-то далекого. А звуки очень сильно влияют на меня. Очень сильно. Так же, как и ароматы, да. Я прям не могу. Я не могу ничего не замечать, да. Ты мою. Это же кисточка, я не макала больше. Господи, хоть вставай, балкон закрывай, чтобы эта куделка закончилась. Так, сейчас я просто закрою. Не помогает. Это гудит где-то в нашем подъезде. Я думала, это с улицы, нет. Так. Ну все, тушь, красим реснички. Давай, сейчас опять будешь моргать. Давай. Быстро. Морка. Моя красавица. Мы сейчас сверху вот так тебе. Тюк. Какие у тебя красивые ресницы, моя сладкая. Давай. Тик. Красота ты моя. Не бойся, ты чего? Оксана тебе не сделает больно. Пять слоев.
Не намного улучшилась ситуация. А как рекламировали вот эту тушь? Какие отзывы они были? Это Эпилита. Лакшери. Не нравится, честно. У меня уже 4 души, я же говорила, та, которая мне не нравится. И одна, которая мне понравилась. Я ее заказала новую, купила штуку. Тоже Эпилита. Притуся, привет, собака моя пришла. Проснулся, скажет, мама, что-то там шепчет, шепчет. Долго так. Вот. Хорошо. Хорошо. Ты не устала? Нет. Отдыхаешь? Молодец. Ну, чуть-чуть, конечно, на праймер лучше. Она прилипает. Но одного слоя все равно недостаточно. Прошлый макияж я тоже ей красила. Ладно. Не знаю, каждого свою. Вот. Я таки сколько раз говорю, надо все пробовать только на собственной шкуре. Все-таки рекомендации, они не всегда работают. Поэтому то, что я про духи рассказываю, ты воспринимай, как я чувствую. Вот и все для меня это вот такой зеленый аромат. Тут чуть-чуть желтенького не хватает цвета. Такого лимонных, таких нежных прожилок. Поэтому... Слушаться можно, но надо все пробовать на себе. Я в этом 100 раз убедилась. У меня ни разу, по-моему, очень редко такое бывает, чтобы я что-то послушала, купила его точно. А восприятие другое. Ты читаешь или слушаешь, воспринимаешь по одному. А когда сам пробуешь или нюхаешь, то это по-другому. О, вот это фигня. Это я вот ресницы сильно крашу. У той дамы, которая вот я макияж пыталась повторить, но мало что получилось, ну, в принципе. Она, по-моему, может вообще ресницы не красили минимально. И там рыжие белые ресницы. Вот так, такая эстетика и красиво. Она там, конечно, красивейшая женщина. Очень красивая. Если ты поняла, про кого я, напиши. Праймер помогает. Значит, надо эту тушь, которая мне не нравится, вот использовать праймером. Вот тогда хоть видно ресницы. Мне надо 10 раз их мазюкать. И чтобы киточкой снимать предыдущий слой, еще такая беда есть, да? What?
Но они такие все равно естественные, больше получаются длинные, такие как бы разделенные. Вот кто такое любит. Вот эту тушь сейчас покажу. У кого свои красивые реснички? Напишите мне еще, кто какую тушь любит. Я уже сколько их покупала, штук 10 белорусских. Все экспериментирую. Так, что? Ты мне напиши, ладно? Ассоциируется ли у тебя вот этот одеколон вот с этим цветом и вот с этим у меня, да, полностью. И вообще все пиши о том, что я тебя спрашиваю. Давай, красные губки будут. Ну, так делай. Так делай. И вот так, губки. Так не надо. Супер красивые. Знаешь, про кого я? Высокая, худая блондинка. Очень красивая. Ну, это для меня, для кого-то, может, нет, не знаю. Можно порисовать на протяжении стольки времени. И кто знает. Есть люди, у которых в хате полы полностью да, застелены всякими коврами, дорожками, всякой херней. Простите меня, кто такой любит. Я такой не люблю, поэтому для меня это херня. И куча пылесборников. Коврик под ноги в спальне и в коридоре резиновый коврик, все. Давай выпьем за нас, за красивых, за умных,
За трудолюбивых, за достойных всего самого, только лучшего, да? Да. Давай. Люблю тебя. Люблю тебя. Смотри уже, сколько лет. А это не для бедных точно. Не для таких бедных, как я. Если бы я его купила за свои деньги, я бы так, наверное, им не фигачилась. Но я бы не купила за 55 тысяч такое вот деньги маленькие. Потому что у меня просто не позволяет средства. А кому позволяет? Я рада за вас очень сильно. Это такая поливашка. На старте. Яркий такой, яркий. Для меня не зеленый апельсин. Я не знаю, почему он называется зеленый апельсин. Для меня это такой яркий старт такой. Ну, как во всех этих колоннах должно быть, в принципе, по классике, да? Апельсин с такой, знаешь, зеленью. А это на старте. Там заявлено, что здесь есть дубовый мох на старте. Я не знаю, как пахнет дубовый мох. Я его не нюхала. Ну вот этот вот яркий такой, знаешь, как сочный. Вот эти ароматы, вот эти вот армии, они отличаются, понимаешь, для меня своей вот какой-то натуральностью. И апельсин, и зелень, такой фу, как сок такой. Такой ху на тебя. Но это раз такой, и минут за 15 старт уходит. И для меня остается вот, для меня сердце и база. Ну все. Вот этот вот старт яркий, шух, апельсин с зеленью. Какой-то, знаешь, не трава, может, это вот, ну, то ли листва зеленая, то что-то такое зеленое. Но не апельсин зеленый, апельсин здесь сочный, яркий. Вот, и все, и потом шух, потихоньку затухает, и остается лимон и мята. Все. И вот он сидит, вот все тело, я вся опрыскалась, и я думаю, я тут бы никого не задушила. И вот он остается на теле просто лимончиком и мяткой. Лимон и мята. Восхитительный, натуральный лимон и мята. Понимаешь? Не яркий такой, классный такой, приятный такой. Там пишут, что здесь типа в базе есть пачули и еще что-то. Нет, не знаю, для меня нет. Вообще не пачульный аромат. Может быть, я пачули по-другому слышу, не знаю. Апельсин, зелень, лимончик. Цитрус, зелень и мята. Вот так, поняла? Все. Напиши, как ты чувствуешь этот аромат. Любишь ты армию или нет, если у тебя есть. Я обзоров посмотрела много на него. Тут мужики пишут, что это чисто мужской аромат. Для меня нет. Это, знаешь, это больше даже уходовый. Типа такое уходовое средство. Вышла из душа, освежилась. Час походила, можешь даже потом нанести парфюм, какой хочешь. Короче, вот такая красота. Очень нравится мне. Очень. Это очень, знаешь, благородно. Благородно. Дорого звучит. Это не дешевый какой-то свежачок от Фаберлик. Нет. Это Эрме. Есть Эрме. Он стоит своих денег. Другое дело, можем ли мы себе его позволить вот так валиваться, да? Вот. Я надеюсь, ты хорошо со мной посидел, отдохнула. Кошечка моя маленькая, любовь моя. Ты такая красивая. Сладенькая моя. Ну так давай поцелую тебе волосики чуть-чуть. Давай мазочку.
голову, вот и все. Да? Да. Пока же, кисточка, тебе пожелаю тебе спокойной ночи, твой. Поглажу тебя, моя любовь. Сладенько, моя хорошая, закрывай глазки. Спокойной ночи тебе желаю. Поможешь мне.